Здравствуйте, с полиции, отдел экономической безопасности по действию коррупции. У нас сейчас проходит операция оперативно-профилактические мероприятия «Купюра» в рамках... Оперативники зашли в небольшую торговую точку. Именно в таких, говорят полицейские, злоумышленники и стараются сбывать поддельные купюры. Отсутствуют аппараты для проверки денег, камеры видеонаблюдения. Это облегчает задачу преступникам. Ну, примерно представляете, какие основные признаки подделки? Видели, да? То есть... Понял, то есть вас не смутить, да? Продавцам полицейские вручили памятку. В ней основные признаки подделки. Кстати, фальшивые деньги преступники делают весьма искусно. На них можно обнаружить даже водяные знаки. Скрытые радужные полосы на лицевой стороне банкноты. При рассмотрении банкноты под острым углом они отсутствуют в фальшивке, либо слабо видны. Про тысячную говорить, то это краска, нанесенная на герб от Ярославля, не меняет цвет при изменении угла. Если смотреть на купюру под острым углом на орнаментальной ленте, на лицевой стороне должен присутствовать так называемый кип-эффект. Это две буквы «Р» – российский рубль. В рейтинге подделок 5-1-тысячная купюра. Но иногда, говорят полицейские, всплывают фальшивые деньги и более мелкие. Подделывают и валюту. Всего в этом году нашими сотрудниками зафиксировано 17 фактов сбыта поддельных денежных купюр на территории города Череповца. Наиболее частые подделки тысячных купюр и 5-тысячных купюр. Также в этом году встречались поддельные доллары, это один факт, 100-рублевые купюры, несколько фактов, ну и купюры достоинства 500 рублей. Полицейские призывают граждан, если вы вдруг обнаружили фальшивую купюру, стоит немедленно связаться с полицией. Ни в коем случае не пытайтесь сбыть поддельные деньги. Ну а что касается магазинов, если там обнаружена фальшивая купюра, а в заведении отсутствует журнал, торговая точка получит предписание устранить причины, которые способствовали совершению экономического преступления. Если вдруг в этом же магазине вновь всплывает фальшивка, юридическое лицо понесет административную ответственность. Ольга Соловьева, Татьяна Кудрявцева, Новости.